Дедушку Мороза из Великого Устюга пригласили в Ивановскую область. С таким предложением к волшебнику обратились царь Водяной и Василиса Премудрая из сказочной Южи. Приглашение ручной работы было выполнено двумя палевскими художницами, а вручили его в день рождения, на празднование которого Дед Мороз по традиции собирает много гостей. И все приезжают с подарками, на этот раз с музыкальными. Подскажу немного. Зазвенит в любой момент наш волшебный инструмент. И на сцене в лучшем зале. Походи на привале. Для лихого пляса лентой подпоясан. Ну, а кому в руки попадет, тот от скуки не умрет. Ну, догадались. Вы что, про веник говорите? Так никто из присутствующих и не догадался, что именно привезли в подарок волшебники из сказочного Южского царства. Это оказался музыкальный волшебструн. Дедушка Мороз пока не ответил, сможет приехать или нет, но в Ивановской области его очень и очень ждут. Очень много различных поездок, путешествий, очень много белых хлопот, но тем не менее и мы будем ждать визита Дедушки Мороза и в сказочную Палевку, и в сказочную Южу. И, конечно же, если верить